Добрый день, дорогие зрители канала Grand Lux. Сегодня мы хотели бы поднять такую насущную тему, как посуда первой необходимости. Согласитесь, очень часто бывают ситуации, когда вы меняете жилье, съемную квартиру или приобретаете новую и хотите обновить полностью весь кухонный гарнитур, а под него и посуду, в которой будете готовить и накрывать на стол. И сегодня мы вам расскажем, какие предметы вам понадобятся в первую очередь. Если мы с вами говорим о посуде для приготовления пищи, первое, что приходит в голову, конечно же, кастрюля. Их вам понадобится как минимум 3. В нашем магазине представлен замечательный набор кастрюль от бренда Berlinger House. В наборе кастрюля маленькая, средняя и самого большего объема на 3 литра. В них вы сможете готовить супы, какие-то соусы, подливки и, в принципе, все, что подскажет вам ваша фантазия. Самое главное, чтобы эти кастрюли были из нержавеющей стали и с прозрачной крышкой, чтобы было видно, что происходит с пищей внутри во время приготовления. Как раз наши кастрюли, которые представлены в нашем магазине, из такого материала, из нержавеющей стали. Они очень долговечные, с толстым дном, долго держат тепло, а их ручки не нагреваются. Следующее, что приходит на ум, когда мы говорим о посуде для кухни, это, конечно же, сковородки. Они, самое главное, должны быть с антипригарным тефлоновым покрытием, а их ручка не должна нагреваться. Как раз такие представлены в нашем магазине. Это фирма Berlinger House, очень высокого качества, очень долговечные сковороды. Самое главное, что в наборе их идет уже 2 штуки. Они вам подойдут и для жарки, и для тушения, и для приготовления соусов, пасты, мяса, любых блюд, которые вы любите готовить для себя и своей семьи. Следующее, о чем обязательно нужно упомянуть, это ножи для разделывания и приготовления пищи. В нашем магазине появилась ультрамодная новинка, это ножи на вот такой магнитной подставке. Эти ножи у нас сделаны из нержавеющей стали. Да, они требуют периодической заточки, но зато они самые качественные, они лучше всего режут любые продукты. А в наборе, как вы видите, 5 штук и одна подставка. Ручка сделана под дерево из материала Soft Touch. Очень удобно держать в руке и пользоваться ими на каждодневной основе. Также советуем вам не обходить вниманием столовые приборы. Они вам обязательно понадобятся на вашей новой кухне, тем более вот такие модные и современные, которые представлены в нашем магазине. Ну и последнее, о чем нужно упомянуть, но не последнее по значимости, это, конечно же, столовые и чайные сервизы. В нашем магазине их просто огромное множество, на любой вкус и цвет, любых форм, размеров, любых производителей. Но сегодня я бы хотела остановить ваше внимание на данной коллекции у чешского бренда Repast. Посмотрите, как интересно сделаны все эти тарелочки, чашечки и блюдцы, как будто бы под камень. А самое главное, что этот фарфор, да, хочу обратить ваше внимание, это фарфор, он прослужит вам действительно очень долго, потому что эти изделия не бьются.